Чистое мирное небо, красавицы-березы и дорога, идущая вдаль. Именно так София Колыванова изобразила свой родной край. Пейзаж нарисовала за 3 дня и отправила работу на конкурс. Результат – 1-е место. Рассмотрела я рисунки других участников. Они мне тоже, безусловно, очень понравились. Абсолютно разные места. То есть это получается, что все смотрят на свой родной край по-разному, и это очень круто. Мне помогла поддержка моей семьи. Они мной гордятся, и поэтому, я думаю, это их награда тоже. Юные художники показали свои таланты. В Самаре подвели итоги международного конкурса детских фотографий и рисунков «Мой край родной, тобой любуюсь». Церемония награждения победителей и участников прошла в ДК «Заря». Это социально значимый проект, который 2 союза, Союз женщин Минска и Союз женщин городского округа Самара, мы продумали для детей. Это конкурс, где дети как раз показывают нам свое формирование, свою активную жизненную позицию. 35 воспитанников школ и детских садов представили свои работы. Дети изобразили на бумаге все, что так дорого сердцу. Семью, городские пейзажи и достопримечательности, Волгу-матушку. Пикассо однажды сказал, что я в 15 лет рисовал как Рафаэль, но мне потребовалось прожить больше 80, чтобы понять, что настоящее, чистое, не засоренное ничем искусство только у детей. Нужны новые кадры. Где их брать? Вот на таких конкурсах, в художественных школах, в художественных студиях, в обычных общеобразовательных школах нужно искать таких талантливых детей и выращивать из них профессионалов. Ребята получили дипломы и памятные подарки. Ксения Баканова, Валерий Майоров. События.